протачу резину на свою модель, чтобы она у меня поехала, и я ее смог настроить и пытаться выиграть гонку в дальнейшем. Что это означает, проточить резину? Сделать ей нужный диаметр для данного класса модели. То есть вы их вытачиваете из каких-то заготовок? Ну, самостоятельно? Да, с помощью вот шлифмашинки. Такой куска специальный. Резины, да, из какого-то? Да, но это специальный кусок резины, это не просто там поролон. Это является частью спорта? Да. То есть человек должен сам изготовить резину? Да, он должен сам изготовить. И машину тоже? И машину он себе должен сам изготовить. И... Ну, с нуля или из каких-то заготовок, или из конструктора? Все есть, ну, смотря, ну, из нуля, там дается набор деталей из стеклотекстолита, на котором размещены детали модели. Сначала мы их выпиливаем, а потом с помощью заклепок их скрепляем, ну, перед этим просверлив отверстия в нужных местах. Потом мы подключаем электропровода, мотор, протачиваем резину, ставим ее, ставим специальный ТК-съемник с щетками, припаиваем провода к ТК-съемнику и к мотору, делаем кузов, и можно ехать уже на трассу. И уже пилотировать и учиться управлять моделью, чтобы она показывала достойное время круга и могла составлять конкуренцию на трассе. Максим. Ты уже собирал хоть раз машину от начала до конца целиком? Да, конечно, у меня там около 4-5 моделей. Зачем нужно разные модели? Ну, в разных моделях разная конфигурация, разные там шасси, разный мотор. Это очень тоже влияет на быстроту или скорость модели. Разный мотор. Мотор бывает спортивный, бывает вот обычный, когда вот ставим мы вот на первые модели. Они так называемые фалконы, они едут для новичков стабильно и не очень быстро. А потом уже после чайника мы делаем другие модели, ставим туда более спортивные моторы, которые ездят в несколько раз быстрее, чем фалконы. У этих машин есть какие-то классы свои? Да, свои классы. А есть классы, которые ездят на жестяных шасси. Если она сейчас не умрет, шасси, то она хорошо есть, которые вот на стеклотекстолитовых. Вот. Всех классов видишь, или только на некоторых? Ну, классов очень много, там около там штук 10, или даже может быть больше. Ну, а так у меня не все там, но есть и текстолитовые, и жестяные, которые вот шасси. Ну, так. Ты давно сюда ходишь? Да, уже вот 4-й год занимаюсь. Вот нас переселяли, сначала были в школе, потом сюда вот поселились, теперь вот там устраиваемся заново, забираем нашу. Нет, это было еще в первом микрорайоне, там 12-15-38. Как вот. Ты попал в эту группу? Ну, я там учился, и как бы там в третьем классе это было, мы ходили еще на продленку, еще был маленький, нас потом повели в старшую школу, у нас типа школа была большая, разделилась на младшую и старшую, нас этот повели вот сюда вот к Алексею Александровичу, ну, открылся кружок. Нам все показали, рассказали, дали попробовать машинки тренировочные, которые там на стенде стоят. Некоторым понравилось, некоторые на следующей неделе пришли, записались и начали ходить. Кто-то уходил, сделав первую модель, кто-то оставался, но оставшихся было немного, ну, вот я один из них. Сколько у вас вот сейчас? Сейчас, ну вот, примерно... Ну, человек 5, вот пока что там некоторые, там кто-то болеет, зима, кто-то там по семейным обстоятельствам не может. Ты собираешься ехать в Красноярск? В Киров, да. Да, собираюсь, если вот мне мама разрешит, все деньги там соберем, ну да, можно поехать. Ты поедешь один? Не, ну, с командой, с тренером, с Александром Николаевичем. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо. По идее, когда мы вот едем на какие-то соревнования там, в другие города, по идее, туда должны ехать ребята, которые были лучшие, которые отобраны на местных гонках. А местных гонок у нас нет. У нас только вот внутрикружковые, следующий уровень уже всероссийский.
То есть ближайшие события в Кирове, туда из всех команд Москвы едет только ваша? Других команд в Москве нету. Я не знаю, что делать, чтобы мы не единственные. Я говорю, ребят, ну сделайте, у вас трасса есть, ну порвите нас, чтобы мы вот просто вот раскатайте на своей трассе. Поездки на пожертвования я решил попробовать фандрайзингом на соревнования набрать. Я зарабатывать на детях, получается, с детей какую-то зарплату, которая вот зарплата, а не карманные расходы, у меня так и не получилось ни разу. Вот, на самом деле я давно этим занимаюсь. Вот, я, в общем-то, изначально кружковец, потому что меня вот 8 лет, меня мама привела в автомодельный кружок. Это был 87-й год. Дорогие комрады, приглашаю вас помочь донатами отправить единственную в Москве команду по трассовому моделизму на соревнования в Киров, которые пройдут в ближайшее время. Ссылку на донат смотрите в описании. А подробное интервью с их тренером Александром, очень необычным человеком, ждите на моем канале в ближайшее время. Если вы думаете или хотите работать с детьми, то к просмотру обязательно. И, конечно, если заинтересовались, записывайте детей в кружок и записывайтесь сами.